Если школьники получат путевки в загородные лагеря, то выпускники – путевки в жизнь. И в ближайшие дни им точно будет не до отдыха. Впереди сдача ЕГЭ, ожидание результатов и зачисление в вузы. Последний звонок для 11-х классов прошел и в академической гимназии ТВГУ, которая носит имя Павла Максимовича. На торжественной церемонии в киноконцертном зале «Панорама», куда были приглашены родители и преподаватели, побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит наш корреспондент. В киноконцертном зале «Панорама» чувствуется атмосфера приятного волнения. Выпускники академической гимназии имени Павла Максимовича прощаются со школьными годами и находятся на пороге важных изменений в своей жизни. В числе выпускников – обучающиеся 4-го губернаторского класса. Такое событие бывает только один раз в жизни, и поэтому не хочется, конечно, расставаться со своими одноклассниками, с учителями, но ты понимаешь, что впереди тебя ждет новый этап твоей жизни, и ты готовишься к нему. В данный момент настроение отличное, несмотря на то, что сегодня относительно пасмурный день. Все круто, да и ребята с ребятами сдружились, прям дружные-дружные. То есть даже расставаться, если честно, не хочется, прям... Рядом с выпускниками в такой торжественный момент любимые наставники, учителя, которые вложили много времени и сил для того, чтобы открыть своим дорогим гимназистам новые горизонты, которые еще только предстоит покорить. А это потребует каждодневного труда, постоянного наращивания знаний и навыков, говорили преподаватели. Ответы на любые вопросы есть в книгах. Да, в каком бы виде они сейчас не существовали, в электронном, бумажном, это же не важно. И вот я считаю, что дети, которые умеют думать, дети, которые умеют читать, находить ответы на вопросы, это то будущее, которое мы заслуживаем. В качестве почетных гостей на последнем звонке академической гимназии ТВГУ не только известные люди Твери, но и, конечно, родители. Именно они поддерживали своих детей во всех начинаниях и были надежным тылом на протяжении долгих 11 лет. У наших детей есть прекрасная возможность реализовать себя в дальнейшем. Каждый из них стремится что-то внести, какой-то вклад в нашу страну, в наше государство. Какую бы профессию ни выбрали, теперь уже будущие абитуриенты. Важно любить свою страну, малую родину, творить добро и чтить традиции гимназии, о чем и поклялись ребята на этом последнем звонке. Заканчивая любимую гимназию, торжественно, всем выпускам клянемся. Помнить и чтить традиции нашей гимназии. Клянемся! Использовать знания, полученные в гимназии, только на благо общества. Клянемся! Завершился праздник удивительным танцем выпускников, который символизировал гимназическое прошлое и университетское начало.